Три месяца назад кочевники нашли ее умирающей в Северной Сибири. Уокер. Кейт Уокер. Родилась в Нью-Йорке, США. У нее с собой был американский паспорт. С прошлой недели она в клинике. Она поправляется. Ей уже лучше. Вы уверены, доктор Ефимова? Задержите ее там, до нашего прибытия. Я сделаю все, что могу. Можете рассчитывать на меня, полковник. Голова. Привет, Кейт Уокер. Кто ты? Меня зовут Курк, Кейт Уокер. Курк из племени Юколов. Ты помнишь Юколов? А где мы? Я плохо помню. Была жуткая буря, снег, лед. И пустота. Мы в клинике доктора Замятина в городе Вальсимбор. Как я тут оказалась? Мы, юколы, переходим со своими снежными страусами в священные земли. Это долгий путь. Особенный. Месяц назад мы нашли тебя полумертвой на берегу реки. Мы подобрали тебя и слегка подлечили. Потом мы продолжили свой путь. Сейчас мы оба находимся здесь для того, чтобы поправиться. Ты потерял ногу. Это несчастный случай. Знаешь, кочевников не все любят. Но ты за меня не волнуйся. Доктор Замятин попросил мастера из Вальсимбора сделать мне новую ногу. Он наденет ее на меня. Считай, словно новая нога вырастет. Почему ты привязан к этой койке? Это мадам Ольга, помощница доктора Замятина, решила. Она говорит, что я беспокойный, и это единственный способ меня лечить. Видимо, чтобы сделать ногу, нужно много времени. Между тем, мои люди без проводника и ждут меня со стадом, чтобы продолжить путь. Зачем юколы совершают переход? Мой народ неотделим от снежных страусов, Кейт Уокер. Их шерсть защищает нас от холода, их навоз удобряет наши грядки, их мясо кормит нас. Еще мы возим на них грузы и ездим верхом. Поэтому мы должны следовать за ними. А они идут из-за погоды? Ну, Кейт Уокер, они идут в священные земли для размножения. Такое происходит лишь несколько раз за сотню лет. Редко какой юкол может похвастать тем, что за всю свою жизнь был более чем в трех таких переходах. Извини, но спрошу. Твоя нога. Что случилось? Солдаты бомбили путь, по которому мы шли с караваном. Просто так. Чтобы напугать нас и заставить вернуться. А я был близко к месту взрыва. Кусок камня. Вот так. Хочешь сказать, власти сделали это нарочно? Как так? Они считают, что миграция снежных страусов – пережиток прошлого. И племя должно наконец осесть. Но этого никогда не будет, Кейт Уокер. Мы не пойдем против духов. А духов юколы боятся куда больше, чем солдат. Знакомые юколы хуже говорили на моем языке. Впечатляет. В нашу деревню иногда заходили проповедники и торговцы. Они и научили. Я очень быстро учусь, Кейт Уокер. Без этого никуда, ведь мне предстоит вести свой народ.
Не хочу обидеть, но не слишком ли ты молод для этого? Духи не принимают во внимание возраст, когда выбирают вождя Юколом. И духи очень мудры. Они не ошибаются, когда выбирают того, кто поведет наш народ в священном переходе. Что же, Курк, была рада познакомиться. Надо, наверное, сказать теперь персоналу, что я очнулась. У меня все хорошо, и мне незачем здесь оставаться. Конечно, Кейт Уокер. Во дворе наверняка кто-нибудь будет. Может, и мадам Ольга. Есть тут кто-нибудь? Вряд ли тебя кто-то слышал, Кейт Уокер. Попробуй нажать на кнопку звонка возле двери. Нет. Не работает, Курк. Я видел, как им недавно пользовались сотрудники клиники. Осмотри механизм, Кейт Уокер. Может, ты его починишь? Крепко прикручено. На этой схеме показано, как включить звонок. Но я ничего не смогу сделать, пока его не вскрою. Осмотри комнату. Уверен, ты найдешь что-нибудь, чем его можно вскрыть. Я думаю, кончиком ножа можно выкрутить винт из звонка. Все лучше, чем ничего. Вот это должно помочь. Попробуй с его помощью починить звонок. Смотрим, смогу ли я починить механизм. Не знаешь, что делать? Может помочь та схема, которую ты заметила раньше. Наконец-то. Так, осталось найти начальство. Молодец, Кейт Уокер. А я немного отдохну. Постарайся перед уходом зайти и попрощаться. Ого. Никита, иди охлади голову в фонтане. Может, болеть перестанет. Не на этот раз. Это необычная головная боль. Привет. А вы, собственно, кто, мисс? Да, с кем имею честь? Я Кейт. Кейт Уокер. Кейт? Кейт Уокер. Вы явно не местная.
Да. И как же вы сюда попали, Кейт Уокер? Меня принесли Юколы. Юколы, куракрады. Отребье слабоумная чума Вальсимбора. Да, теперь они и нам решили подгадить. Вы говорите о курке, да? Мы уже 20 лет в этой клинике. С тех пор, как вернулись из Баранура. Слушайте, тут ведь всегда была первоклассная больница. Мы очень разочарованы, что мадам Ольга теперь пускает сюда этих дегенератов с севера. Хватит, Антон, хватит. Мадам Ольга знает, что делает. Видимо, у нее есть причины пускать сюда этих грязных карликов. Вы тут правда целых 20 лет? Да. Нас с друзьями оставили для обследования после той чертовой работы в Баранури. Мы с Леоном тут чуть ли не последние. И особо не знаем, что случилось с другими. Должен сказать, там некоторые совсем плохи были. Ребятам крепко досталось. К счастью, мадам Ольга о нас хорошо заботится. Нас прямо окружили заботой. Да, она о нас хорошо заботится. Настоящая леди, я вам скажу. Баранур? Что за Баранур? Место такое. Чёртова дыра. Вы расскажете мне, Антон? Это все, что я могу сказать, Кейт, Кейт Уокер. Не хочу вспоминать. Вы не подскажете мне, где здесь выход? Вон там. Но уйти не получится, пока не побеседуете с доктором Мангерингом. Да, он решает, здоровы вы или нет. Тогда я вас покину. До свидания. До встречи, Кейт, Кейт Уокер. Да, до встречи. Доктор Мангелинг. А, вы проснулись, номер 10. Чем могу помочь? Думаю, что я уже здорова и хотела бы уйти. Учитывая ваше состояние, этот вывод кажется мне преждевременным и даже неразумным, номер 10. Какого состояния? Вы достаточно долго были в коме. Этим нельзя пренебрегать. И даже если физически вам стало лучше, могут оставаться серьезные психические последствия. Вы отказываетесь меня отпускать? О, конечно же нет, мисс. Я вовсе не намерен злоупотреблять своим положением. Тем не менее, сначала вам надо будет пройти ряд тестов, которые должны продемонстрировать ваше выздоровление. Прошу, садитесь. Я... сюда? Да-да, не бойтесь. Не беспокойтесь о браслетах. Это простая формальность, часть плана лечения, составленного доктором Ефимовой, начальницей отделения. Итак, можно начинать. Назовите, пожалуйста, ваше имя, фамилию, возраст и место рождения. Меня зовут Кейт Уокер. Я родилась в Нью-Йорке, и мне 29 лет. Хорошо, хорошо, мисс. Прибор пока что подтверждает ваши слова. Вы тут используете детектор лжи? Обычная процедура. Прошу, не волнуйтесь. Лучше расскажите о своих близких. Вы с ними в хороших отношениях? Нет, я с ними не общаюсь. Я давно не говорила с мамой. А мой бывший жених,
ушел к моей лучшей подруге. Вы погрузились в хаос и анархию, мисс Уокер. Эта склонность к беспорядку связана с Гансом Форальбергом и Оскаром. Вы постоянно говорили о них, пока были в бреду. Оскар был автоматоном, а Ганс Форальберг его создателем. Мы подружились, и я отправилась с ними в далекое путешествие по Европе. Это все. Признаюсь, меня интересует тот факт, мисс Уокер, что в своих путешествиях вы контактировали с народом юколов, с кочевниками, которые принесли вас в Альсембор. Как вам кажется, чего нам стоит ждать от этого примитивного племени, дикарей, которые не признают законы, границы и цивилизацию? Я думаю, доктор, что юколы живут в гармонии с природой, временем и пространством. У них нет повода изменять свой образ жизни. Вот отличный пример типичного американского идеализма. Возможно, вам следует немедленно вернуться в Нью-Йорк. Я уверен, ваши блестящие идеи найдут там должное признание. Я не намерена возвращаться. Пока. Может, потом. Или никогда. Значит, вы хотите продолжить ваше путешествие. Опасное предприятие без цели и смысла. Какая жалость. У вас ведь было блестящее будущее в Нью-Йорке. Это не вам решать, доктор. Полагаю, наша беседа убедила вас, что мои травмы не оставили психических последствий. Поэтому я хотела бы немедленно выписаться. Конечно, конечно. Прошу, успокойтесь, мисс Уокер. Простите, но я не привыкла к подобным допросам. Несколько лет назад я допрашивал бы вас по-другому, мисс Уокер. Должен признать, я иногда скучаю по старым добрым традиционным методам. Вы один из последних представителей исчезающего мира, мисс Уокер. Мира беспорядка, по которому никто не будет скучать. Этот ключ, как вы, не структурирован, не управляем. Если сможете покинуть этот этаж с его помощью, то докажете, что вылечились окончательно. Перед уходом я хотела бы забрать свои вещи. Они вон там. Отвернитесь. Thank you.
Ой. В чем дело, мисс Уокер? Я не понимаю. Ключ. Он не открывает. Я вас предупреждал. Вы еще не настолько поправились, чтобы вас выпускать. Нет, ваш чертов ключ просто сломан. Может, наши ключи и старые, признаю. Но они никогда раньше не подводили. Все бывает в первый раз. Вы же видите, что я смогла использовать ключ, и что я выздоровела. Я имею право уйти. Невозможно, мисс Уокер. Правило простое. Покинуть этаж могут только пациенты, сумевшие открыть дверь. Что ж, раз вы мне не помогаете, я хочу поговорить с вашим начальством, доктором Ефимовой. Вы сможете это сделать, когда она придет на ежедневный обход. Но не рассчитывайте, что я стану ее беспокоить до этого. Понятно, что дело в ключе. Надо узнать историю вопроса. Я уже знаю, что тут все работает. Проверим ключ. Отверстие. Похоже, из ключа что-то вынули. Я не сомневаюсь. Мой ключ испорчен нарочно. Чтобы его исправить, мне нужно найти неповрежденную копию. А, Кейт, Кейт Уокер, как дела? Вы чем-то огорчены? Ну, у меня трудности. Небось, провалили тест доктора Мангелинга. Вы не расстраивайтесь, Кейт, Кейт Уокер. Я тоже пройти не могу эти тесты. Беседа прошла успешно, он дал мне ключ к выходу. Но трудность в том, что я не могу отпереть им дверь. Не подходит. Здесь не все бывает очевидно. Слушайте, Кейт, Кейт Уокер. Леон, он хитрее меня. И несколько лет назад смог пройти собеседование и получить этот чертов ключ у врача. Да, но дверь открыть я так и не смог, как и ты. Тут творится что-то очень странное. Так называемое собеседование никого не удивляет? А то, что дают неисправный ключ? Доктор Ольга много раз говорила нам, что если ты плохо отзываешься о плане лечения, значит, ты точно болен. Да, доктор Ольга свое дело знает, ей точно можно верить. Когда мы поправимся, мы сразу же поймем, как работает ключ. А, смекаете? Угу.
Понятно. Судя по схеме, тут не хватает шпильки. Нужно это как-то исправить. Но как это сделать здесь? Как дела, Кейт Уокер? Скоро ты выпишешься? Боюсь, что нет. Ты вроде расстроена. Что такое? Мне дали какой-то ключ, которым надо открыть дверь, чтобы выйти отсюда. Тест такой, понимаешь? Тест я прошла, но ключ все равно не работает. А когда я сравнила его с оригиналом, стало ясно, что он испорчен. Мне кажется, что нас тут пытаются удержать любыми способами, Курк. Против нашей воли. Это серьезное обвинение. Ты уверена? Конечно, я уверена, Курк. Сам посмотри. Твое тело привязано к дыбе. Тебя ничего не смущает? Нет впечатления, что мы в плену? Вообще, я сильно ослабел с тех пор, как меня стала лечить мадам Ольга. Она говорит, все нормально, говорит, временные побочные эффекты. Нам надо выбираться, Курк. К сожалению, я не смогу вынести долгую миграцию страусов без механической ноги, Кейт Уокер. А вот ты можешь и уйти. Но как? Покажи мне модель ключа, о котором говорила. Так я и думал. С помощью модели кузнец моего племени сможет сделать твой ключ. Если, конечно, ты сможешь ему ее отправить. Вряд ли у них тут есть курьеры. Выйди на балкон комнаты, там рядом гонец от нашего шамана. Через него я общаюсь со своим народом. Можешь отдать ему ключ, он отнесет его кузнецу. Ясно. Спасибо, Курк.